Ну что, друзья, всем привет! Сегодня 10 января. Едем в Тенимирку снова. По рабочим делам, по рабочим моментам. Ну, не передать мне, наверное, что творится. Вот. Полная труба. Буквально сразу от отворотки тут Серебрянской дороги. От поворота на Тенимирку. Осталось сколько у нас тут? 41 километр до Тенимирки. И уже мы стоим. Сегодня опять тут метет по-жесткому. Машины впереди сидят. Шнекера от чистящего нет. Сидим, курим бамбук. Неизвестно, когда мы теперь попадем в Тенимирку. Хочется надеяться, что почистят тут поскорее. Так что как-то так. Телефон, конечно, хуже как-то передает вот всю вот эту метель, ребята. Просто не знаю. Можно открыть окошко с этой стороны. Видите, что у нас тут творится? Красотища, ё-моё! Балдеем! Ой, ё-моё, не ту нажал. Ну ладно. Так. Стоим, ждем, короче, ребят. Заметает нас. Зима тут лютая опять. Видите, эта сторона уже вся в снегу, там уже не докопаться. Окошко не открыть. Все, все по красоте, короче, как обычно. Фокусируется. Вижу, машины с той стороны идут. Но тоже видно. Джипы, наверное. Сейчас вроде врубим музончик. Да, и будем балдеть. Предыдущую серию 8 числа января, да, 20 года, когда мы ездили сюда, где мы сидели. Сколько мы, наверное, сидели? С 2 до 7, почти до 8. Еле нас там откопали, да, и вот сейчас опять сидим, ждем у моря погоды. Впереди, кстати, Баренцево море, там Тенимирка. Баренцево море. Вот у моря ждем погоды, ребята. Так. Даже КамАЗа, вот он там сунулся вперед, там хотел машины дернуть. Но в итоге ни хрена. Сам застрял кое-как, вылез обратно. Это стоит там, по-моему, 43-118. Вахта. Народу оттуда вылезло, кое-как этот КамАЗ обратно пихнули. Вот он отъехал оттуда. И что тут как долго еще ждать, не знаю. О, музончик пока врубим. Не знаю, сколько будем стоять. Будем стоять до упора, пока нас туда не прочистят, до Тенимирки, а потом обратно поедем. Как-нибудь. Ой, видите, как хорошо, что я тут камеру туда врубил, хоть почистить эту штучку можно. Времени до хрена. Плохо, что интернет плохой, я бы тут трансляцию запустил. Так, надо окошко открыть. Тут сейчас я тут прокурю всю тачку. Это я буквально, ребят, 100 метров, наверное, 200 от отворотки отъехал на Тенимирку. Во, самые умные думают, что проедут, наверное, да, это кто? Москвичи у нас едут, хотят проехать. Не судьба, парни, видите, все на полном приводе. Мы когда 8-го ехали на Логане туда, народ там в шоке был, ё-моё. Ну вон сверху я вижу, там фары вдалеке светятся, да, вперед. Это Шнекер там, по идее, дорогу чистит. Че он сюда не едет, не пойму. Доехал бы, почистил и развернулся бы, стал бы чистить обратно, мы бы за ним пошли. Было бы хорошо.
Так что как-то так, будем надеяться, что он сейчас тут доползет, развернется и туда будет пробивать дорогу. Так, мне-то что-то надо, наверное, зарядку дополнительно достать. Зарядку. Так, есть зарядка. Сейчас будем втыкать ее. Эх, эх, эх. В 21 меге, парни, живем, ё-моё. До Териберки не доехать уже который раз. И каждый день через день такая беда тут. Тесла в космосе летает, ядрен батон. А мы до Териберки доехать не можем. Ой-ой-ой. Кино и немцы, как говорится. Ну да, шнекер там впереди, я вижу, с лопатой здорово идет. Только что-то он еле ползет, наверное, там намело столько, что не пробиться самому. Там Урал 43, 43-20, по-моему, или 43-20-10, по-моему, идет. Мясорубка это. Блин, а из еды-то нет ничего, я с утра встал, кофе попил и поехал. Есть вот минералочки, тут маленькая бутылочка, и все. Потом будем растапливать снег, если что, да, есть. Будем есть снег. Ну да, шнекер за ним, там, смотрю, машины ползут кое-как. Метет жестко, ну, блин, я не знаю, камера, почему вот она так сглаживает. То, что реально глазами мы видим, да, камера не берет это все дело. Вы видите, один уже на разворот пошел. Москвичи уже приехали. Уже не хотят Териберку. О, дверь, видите, не открыть чуваку. Такой ветрище. А если в другую бы сторону дверь открывал, оторвало бы нахер. Вот, еще сзади машина разворачивается. Это что там, Кашкай? Так, продолжаем. Наше путешествие в Териберку, ребят. Так, что, шнекер на машин дошел, да? Это хорошо. Сейчас его будут... Будут они, наверное, там как-то их будут выдергивать. Вот сейчас пока они опять же их выдергивают. То, что шнекер почистил, ребята, нам придется опять там все переметет опять, наверное. Люди, видите, боком идут. Сносит ветром. Главное держать двери. А то оторвет кедрини фени. Так, ну чё. Народ пошел вперед. Я бы пошел, но у меня спина. Ну это туристы из Китая опять. Им интересно, у них такого не бывает. Thank you.
давайте подцепляйте там веревки, да дернет он вас, ё-моё. Хорошо будет, если он развернется и пойдет сразу в ту сторону, то этого было, будет вообще классно. Так. Да, вот так вот мы тут и живем. А говорят, ни хрена тут не крайний север. Крайний, ребята, самый крайний. Полные виллы. А вы представьте, кто там живет. Скоро вертолетом тут никак не доставить человека. По морю тоже долгая история, там неизвестно как. Да, а машины, скорая помощь, вот мы тут раз ехали 8 числа, да? Скорая тоже стояла вот в этом перемете. Тут если даже и захочешь кого-то спасти, хрен спасешь. Вертолеты, тут самолеты не летают на снегоходе, мне кажется, по-моему, то заблудишься. Что там, хотя бы одну машину там, блин, выдернул, да и все. Поехал бы. Он там под них прям вычищает, там снегу видно дохерища. Как-то так. Не знаю, попробовать увеличить. Будет видео, видно, нет? Так как-то. Туристам интересно, да? Опять кусками видос получится. Буду склеивать, ребят. Чудо он там все еще под них вычищает. Смотрите. Сейчас вот пока вот он время теряет, сейчас там, где он почистил, уже все занесет. Ё-моё. Что за елки-палки, как говорится, да? Так, одного, кажется, пропихнули там, нет? Один, да, выехал вроде. Второй там стоит. Слева вот перед ним. На джипе. Я говорю, и тот раз москвичи. На летней резине. Ну, ребята, куда вы на летней резине лезете сюда? Тут вон на шиповке не пролезть. Ядрен батон. Во-во-во, тащит, тащит. Все, выдернул, кажись. Да. Ну, с той стороны он машина, там я вижу, вдалеке идет. Он, видите, вверху слева там. Кто-то чешет. Так, все, народ побежал. Сейчас поедем, ребята. Сейчас поедем. Так, давайте-ка пристегнемся нахрен. Так, берем на руки трубу. Так. Шнекер. Опа. Как-то так. Ну и что там, сиськи мнем, ребята, поехали.
Поехали, пока не замело у нас. О, нифига, сзади там, смотрите уже. Толпа какая собралась. Блин, тоже стекла-то. Пробка уже сзади. Нахер хрен, значит. Давайте-ка как-нибудь вот сюда. О, вот и Уральчик подоспел. О, пошел процесс, да? Поехали, ребята. Врубаем свет нахрен. Калина стоит. Кажись, поехали. Пойдем на третий, потому что поляха. Видите, тут как у нас все туговато. Ох, нихера, тут больше полметра снега намело. Охереть. Сейчас туда-то мы пробьемся, нам обратно бы вылезти оттуда еще. Одни джипы, ребята. Давайте выжим говорить. Ох, тут надо эти переметы там пытаться ходом брать. Таскает еще тут по этим сугробам-то. Главное не останавливаться. Остановимся, потом тут не сорваться будет, наверное, да? Но вы газу там поддайте, это джиперы херовы. Не все же на полном приводе едут. Давайте, газку, хлопцы. Пока шлифуем, нормально вроде. Thank you.
трындец. Я сам как грейдер иду, у меня там бампером снег собирает впереди. Ядрен батон. Что-то москвичи тоже смотрю. Красота у нас тут, видали? Красота, деревьев нет. Хоть и говорят, что и на камнях растут деревья, но даже деревья, ребята, у нас тут не растут ни хрена. Видали, да, все? Полная жопа, ё-моё. Красотища, да? Ляпота, красотища. Ядрен корень. Так, пока идем. 38 километров осталось до Териберки. Можно музон погромче, наверное, сделать, да? Продолжаем, ребят, поездочку. В Териберку едем, едем. Пробиваем переметы. Пейзаж за окном. Тундра. Кольский полуостров, ребята. Едем к Баренцеву морю. Thank you.
и Атлантическому океану. Опять метет жестко. Вроде местами так было нормально. Тут опять метет. Ребята, это было круто. Ребята, я за всеми плясал, как барышников. Дамы и господа, мальчики и девочки. За мной какой-то джипик там идет, привязался, видите. О, черт побери, не вижу ни хера. Ого. Где куда ехать-то, ой-ой-ой. Видимость ноль, идем по приборам. Ветер в харю, а я еду.
нормально, тут почищено хорошо. Как обратно еще выбраться, не знаю. Пока. Риверки, ребят, 6,5 километров осталось. Там не видно, там ни хрена, да? Подъезжаем, ребят, к Териберке. Что тут показывает? Плюс один температура. Наверное, от моря. Териберка. Первая Териберка у нас уходит, ребят, вот направо тут. Впереди вот, кто предыдущее видео смотрел за 8 число, да? Вот у нас уже тут залив Баренцухи, да? Видно. А лифт тут сегодня, да, водички нету, смотрю. А справа вот, ребята, Баренцево море, залив уже идет. На отлив попали. Какие-то старые суда вон валяются. Кладбище кораблей каких-то стареньких. А это мы едем в новую Териберку. Там вон еще залив, все, видите, строится. Это все для туризма, наверное, я так понимаю. Вот здесь и снимался фильм «Левиафан», «Ядрен корень». В таких трущобах Кольского полуострова. О, аж знак сломал, видно. О, Териберка у нас, да? Вот цивилизация, люди взяли. На Волгах ездят.
Вот туристы пошли куда-то из Китая у нас. Очень много туристов, ребят, тут из Китая. Видали, да, тут горочка какая. Сопочка, да, была наверх. Да, не видно, наверное, да? Вот справа это уже Баренцуха, смотрите туда, все. Бескрайние просторы. Видите? А это сама Териберка. Новая, это новая Териберка, да? Причалы тут у нас какие-то. Сейчас музон потише сделаю, ё-моё. Так, есть контакт. Ага, тут забор стоит. Слева сопка. Дома, конечно, трындец. Стоит там, по-моему, несколько пятиэтажек вот в новой. В старой-то, по-моему, там и больших зданий-то, по-моему, нет. Я уже давно там не был. Туристы бродят, ходят. И ходят, и бродят. Котельная, там какие-то здания, все у нас, видите. Вышка, тут должна быть связь. Должна. Здесь должна быть связь, ребята. Охренеть. Охренеть. Куплю рыбу. Сорян, рыбы нету, ребята. Так, на дороге, видите, все. Ох, ни хрена, лужи, ё-моё. Ну, тату где-то 0, наверное, плюс 1. Скользко, мама, не горюй. Вот видите, тут стоят еще какие-то домики. Оливчики, да? И есть тут кусочки. Териберка, ёшкин корень. Да? Труба трубацкая. О, цивилизация. Ребят, вот это тут где-то школа должна быть. Рядом, наверное, и садик. Тут еще, видите, живут люди. Дети. Автобуса. Так, нам, по-моему, сюда куда-то. Не помню. Куда тут раз ездил. Да, это садик, ребята, желтый. А слева школа. Это, наверное, я не знаю, МЧС или что за здание, хер просто. Скорая вот стоит, которую тут распихали, да? Снегоходы. Квадроцикл, ё-моё, вон там у подъезда стоит квадрик. Еще скорая. Ёп, первый театр, дом. Еще и люди тут живут, прикиньте, да? Охереть. Так вот мы сюда подъезжаем. Сопка больше, чем пятиэтажка, ё-моё. Видите, народ тут Богу молится, верует. А как тут не веровать, ребята? В такой дырище жить, и берем батон. Лодка стоит, он, видите, даже на снегу прямо. Так, закрываем окошко. Охренеть на. Жопошная жопа.